Камера, стоп! Всем спасибо! Молодцы! Каскадерам большое спасибо! Завтра каскадеры свободны. Все. Брус! Брус! Зайди в тонвагер. Пошли. Брус, мы уезжаем. Вы отдаете накладки? Брус. Ну не потеряйте. Сегодня вечером в центральном концертном зале поет знаменитая английская рок-звезда Кейла. Благотворительный концерт будет дан в фонд жертв районов, пострадавших от радиации. So, that's it. Да отпусти ты, ну что ты сделал? Порвёшь, горло порвёшь, значит, что? Отойди! Иди сюда, иди сюда! Отстань ты от него, спасибо! Вставай, ну вставай! Отвали ты, козёл! Подними окурок! Во, началось, блин. Товарищ подполковник. Отойди. Я сказал, подними окурок. Чего стали? Кто с билетами, проходите. Кейла, are you ready? Time to go. Let's go. Oh no, look at us. Let's go. Oh God. Let's go. Gently, so strong, all over the floor.
shivering down the wall and touch my hand and fade. While I'm standing alone and waiting, little worried that somebody else will ask for this very last dance tonight. And I see you coming across that floor. Пике на Свердлова. Понял.
Что это? Лекарство. Давай коньяк. Коньяк. Нахватался радиации, доброволец. Кто звонил? Да, это подруга мне. Thank you.
меня каждая минута жизни укорачивает. Для меня за периметром она еще короче. И хорошей мебели все меньше. Валить надо. Валюта, паспорта ты обещал. Будут. Кого это еще черт несет? Замерли. Водки побольше привези, понял? What do you want? So, radiation. Эй! Стой! Подожди! Кейла!
Слушаю. Здравия желаю, товарищ генерал. Ясно. Личность похитителя установлена? Понял. Еду. Что там? Вызывают. Зачем приехал? Ражиной, что ли? Кто ты? Как сюда попал? Человек, что ли, убил? Нет. Вижу, что нет. Отвяжите! Ты не ори, ты не в горах. Сюда только идиот, да убийцы эти убегают. И ты здесь по воле Создателя. Мы здесь живем по его воле. Понял? Напей. Пей. Пей, пей. Лучшего средства от радиации я еще не придумал. Спирт это с лекарством. Так-то. Мое дело помочь тебе. За 5 часов должен пройти 30 километров. Выбраться из зоны активной радиации. Если, конечно, хочешь выбраться. Прощай. Ахмат. Проводи его. Тихо, не шаркай. Они куда-то попрятались. Валухи. Водку из-под носа увели. И кто? Дохляки паука. Ищите.
Кадет, я нашел их машину. Сюда. Иду. Я покончу с ним сегодня же. Идем. Давай. Тихо. Давай. Быстрее, носорог. Рыло! Убери рыло! А давай ее прямо здесь трахнем, а? Все равно ее... Заткнись! Паук себе... Пошли. Слышал? Пошли. Пошли. Охренел, что ли? Ладонь прокусила, падла. Говорил тебе, не мацай. Пусти, задохнется. Пошли. Дальше пойдешь один. На шатырь. Факел. Если нападут собаки. Иди прямо. Эй, подожди! Не ори. Здесь я. Где девушка? Я должен забрать ее с собой! Где она? Где она? Куда вы ее дели? Ты знаешь, где она? Уходи. Убирайся.
Где она? Где она? Или я проткну тебе глотку? Убери нож. Им ты здесь никого не испугаешь. Ее забрали люди паука. Их фотографии развешаны по всей стране. Они сильнее тебя. Если ты готов умереть, то я помогу тебе найти их берлогу. Идиоты. Костер развели. Ты Крюк. Не спи, козел. Люди-кадеты придут, тебя первого укокошат. Принимай товар. Куда? Так ему надо. Давай по пузырю. Ну и что это за пойло? Ну давай, погнали. Пошел, погнали. Что это вы притащили? Два ящика водки. И еще кое-что. Еле ушли от кадета. Пусть только сунется кадет. Я из него сделаю эсера. Носорог, где ты там застрял? Ползи сюда. Баба! Баба? Становись в очередь. Поставь ее на пол. Халяву! А где он ее взял? Давай я сюда! Кто ты? Чех будешь? I don't understand. Ну, разгадила! Сейчас я ее хорошо! Мы ее говорим! Потешила! Путана! Ну-ка, расскажи теперь все по-русски. What do you want? Говори по-русски. Sas it does matter. Do you speak English? И по-французски тоже. And in French too. Табрициас арцитурам каталаму зингуларитер номинативо хаэр. Муза-муза, бонус-бона-бон.
Deus sanctus esne oratio latinas, etia, o, quare, quia substantivu et adjectivum concordat in generum numerum et casus. Eta latino. It's Latin. That's Latin. Yeah. That's amazing. Can you please? Thank you. I'm a rock singer. I was going to concert for the victims of radiation disaster. Somewhere. I think I was stolen or what? I think. Где вы ее взяли? Она сидела в машине на шоссе. Ватсон откинулся. Паук, Ватсон копыта откинул. Выброси его, крыса. Набери. Набери за ноги. Поперли. Часом раньше, часом раньше. Все сдохнем. Ну давай. Они хотят задыхать. Давай зальем. Давай за его душу. Она англичанка, рок-звезда. Ее похитили. You are free. Ты свободна. Она свободна. Что? Она моя. Я ее нашел. Она моя. Идиот. Говорят тебе, она певица. Давала благотворительный концерт. Ее похитил какой-то ненормальный. Понятно? Да. Она давала концерт. А сейчас займется благотворительным делом здесь. Пусть она нас пожалеет. Гоу! Гоу! За вами не было погони. Have you seen any militia follow you? Yes, but they turned around and went away. Stop thinking, girl. Nothing will change now. You are finished. We all are finished. Every day. And we don't worry anymore. Что ты ей сказал? Убери ножик! Паршивый импотент! Паук, держи писал! Идиот! Ее будут искать. Сюда бросят полк ментов. Она иностранка. Дурик! Никакая радиация не остановит генералов. Утром они будут здесь. Плевать я хотел на твоих ментов. Мне лично похер. Сегодня умирать. Или завтра. Послушай, Крюк. Бабу-то я сюда притащил. Даром, что ли? Да что вы в натуре? Перекиньте на нее в карты, и все. Окей, я согласен. Возьмет моя, я лично ее провожу за периметр. А я сыграю свадьбу, и она будет потешать нас всех, кроме тебя, паук. Are you come now, baby? Here is the law of the jungles. Mm-hmm.
сдавай. Перекочевали. Сюда. Do you know what they will do with you if I lose? He'll rap you and kill. He's a maniac. Она свободна. Выиграл, а? Он смухлевал. Он смухлевал. Смухлевал. Выбросьте его крысам. Свадьбу давай! Теперь свадьбу. Мы повеселимся! Свадьбу давай! Давай, смахлева, собака! Свадьбу! Свадьбу давай! Свадьба. Давай, свадьбу! Потом свадьба! Ори! Кричи! Я люблю, когда меня боятся! На крюк я. Не дергайся! Факел. Дай факел. Умница! Давай, давай, кричи! Доставь дяде кайф! Это мне нравится. Это то, что надо. А ну, подержи нож на шею у этого клоуна. А я займусь девушкой. Боишься за него? А? Кто он тебе? Побрей этого дня, красавец! Сейчас проверим. Лежать! Не дергайся! Если больно... Ну как она тебе нравится, а? Кричи! Беги! Беги! Олухи, за ним! Беги!
Где она? Стой. Убери пистолет ненормальный. Мне нужен паук. И мой пистолет. Я только что был в логове у паука. Где он? Недалеко. Но у него вдвое больше людей, чем у тебя. Да? А вы с приятелем, вы разве не пойдете со мной? Да. Но я решаю только за себя. А девушку, которая у паука, отдашь ему. Девушку? Невесту? Слово кадета. Держи, ненормальный. Пойдешь первым. Не торопись. Кадет! Кадет! Только спрошу, по доброй ли воле ты берешь ее? Окей? Yes, yes, okay. Ух ты! Do you speak English? А я нет. Убирайтесь. Она останется со мной. Ты обещал. Я передумал.
Молчи! Ну-ну, иди. Перестань. Перестань. Стой. Останетесь здесь. Я тут поблизости знаю неплохую квартиру. Радиация не так уж страшна. А что тебя ждет там? Уходите. У вас осталось мало времени. А ты? Я? Я здесь живу. Я и мой дед. Прощайте. Пей. Пей. Пошли. Пошли.
Товарищ подполковник, разыскная группа через 10 минут будет готова к выезду. Ага. Да, слушаю, майор Муратов. Да. Товарищ подполковник. Слушаю, подполковник Месяц. Это невозможно. Понимаю, но бесполезно искать иголку в стоге сена на ощупь. Да, товарищ генерал? Дождаться рассвета. Знаю, что иностранка. Но нам не люди дороже престижа. Снять спецкостюмы. Я сказал снять спецкостюмы. Снять спецкостюмы. Вы через полтора часа. Отдыхайте. Ha ha ha!
Товарищ подполковник, генерал спрашивает, отправил ли людей. Не отправил. И до рассвета не отправлю. Застрелю. Собственно, лично застрелю этого подонка. Игорь, спецкостюм. Есть. Буди людей. Выгоняйте старые машины на шоссе. По машинам! Thank you.
Ладно, пошли. Ну что стоите? Машину скорую! Ну тут черт душевую! Продезинфицировать!